сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемир. Медальон дрожит. Это место силы.
В самый раз. Столько трупов. Война только началась. Серебро, да? Нехорошо. Приветствую! Дай-ка взглянуть. Берегись.
Гнездо Гулей, надо его уничтожить. Хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было. И с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. На твоем месте я бы осмотрелся на поле битвы. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробовал разогнать их факелом. Ни хрена, скажу я тебе. Если бы не гусар, они бы меня живьем сожрали. Послушай-ка, я так пон... Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько... Кто бы сомневался. Встретимся на пригорке. Yeah.
Хорошо, что ты пришел. Бастин, его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Это он? Нет. Не похож. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? Это он? Нет. Это сын соседей. Ну так что, гусар? Чуешь хозяина? По-прежнему ничего. Ох, кожа вся соединена. Я знаю, что сложно сказать, но... Не может, это он? Сейчас время языком трепать. Давай сделаем, что нужно, и пошли отсюда. Он его учуял. Гусар учуял Бастина. Вперед! Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе, прекрати! Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне... Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир, его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесит всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастиан бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги.
Шевелись, плотва. Погоди, плотва. Но! Медальон дрожит. Это место силы. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался. Да? Что такое? А ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые, а теперь... Раньше было точно так. Не тебе меня возрастом попрекать. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннефер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Нильфгаардцы... Вечно одной... Круши.
Скорее уж смерть. Смотри, какой... Помнишь, как мы в Тритогоре на поп... Забудешь тут. Мы... Больше ждать смысла нет. Я уже присмотрел. Значит, там мы увидимся. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как? Ты готов? Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на... Нет, я еду в Каэр Морхен. Рэн? Да, до снега еще... А что до зимовки? Может быть. И, возможно, не один. Погоди, возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься.
Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Увидимся в корчме. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать доброго дядюшку. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку. Они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Ведьма, братья мне не поверят. Приветствую. Дай-ка взгляд. Йеннифер в Изиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Угу. Куплю сейчас провизии
и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь! Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Жалкое зрелище. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгаардского эскорта. Йеннифер. Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но в Изиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать «нет». Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей – белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню.
Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуй. Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? В поисках Йеннефер своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгаардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннефер находится совсем рядом, в Изиме. Ваша милость, присядьте на этот бержат. Куда? На этот... Кледвин, прошу побри... Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезности. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. А также ответить на несколько вопросов. Ваше превосходительство. Не знаю, подходящий ли сейчас момент. Трудно найти более подходящий. Люди становятся необычайно искренними, когда чувствуют бритву на горле. Морврон Воркис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Итак, Геральт из Ривии. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Мы сражались по разные стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал и при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Ха, наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном Флотземе и оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира.
Я вырвался оттуда вместе с Вернаном Роше, командиром синих полосок и... Убийцей нелюдей. Этот субъект нам известен, ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Ха, если что, побреем еще раз. Затем, бесславная встреча в Локмуине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Поскольку сильные мира сего заточили Трис Меригольд, вы должны знать, что этот человек мне близок, а я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе, в распоряжении Родовида целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую Шалу де Тансервиль на куски. Смотрел, это верно, и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Вы еще не расторгнули этот союз? Что с Лето? Я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос. Ах, вот как. Значит, Лето от вас скрывается. Наверняка не без причины. Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он, а если б знал, то не сказал бы. Даже с бритвой на горле. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь, и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство... Жаль. Я бы... У меня такое ощущение. В таком случае... А где моя одежда? Там, где ей давно следовало... Вы получите... Ваша милость, дайте знать... Ваша милость, вероятно, кое о чем забыли. Ваша милость, вероятно, кое... А говорят, не платье красит человек. Ваша милость, вы... Да... Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем... Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Так, прошу. Прошу взглянуть. Стопа вытянут. Пусть... ваша милость, смотрите внимательней. Стоп. Пусть. Стопа вы. Пусть, ваша милость. Ты, наверное, шутишь? Ничуть. Я абсолютно серьезен. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии императора? 200 палок. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Плохо, плохо. Еще раз. Стопа вытянут. Пусть ваша милость... Что ж, движением не достает плавности и грации.
прошу за мной. К императору, ваша милость, будет обращаться только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваша милость, в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Им гриме айп арт херзер. Дейтвин Аден Инкарн Айп Морвуд Эмгир Бар Эмрейс. Поклон! Император. Арэр Айп То Орде. Эвелен Наман Вадгерн Лаворд. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч? 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит, проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны беспокоить. Хай, Керзи! А уже поздно! Спокойно! Простите? Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я? Эривард II, князь Ландер! Я? Аннея! Эт хатегене, энкаландне сайвелюсэр. Айт буклер. Можно вас прервать? Чем прерывать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. И все же стоит попробовать. Ибо? Ибо мало в мире дел, которым стоит служить. И еще меньше людей. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Я уже говорил с императором. Угу. И зачем он тебя воз... То есть даже ты не знаешь?
Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе. Ага, на бабайку. Вот. Да. Не торопится к чародейке. Эгэль и Глори. Форд. Катай Твегле. Эсса Ба. Форд. Винха. Эсса Маастри. Нордлин. Ваша милость, как только вы, ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Почему беру? Изволь не мешать. На самом деле власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники. Геральт. Жду не дождусь. В других обстоятельствах я бы расценил. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Ингыра? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цири правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Значит, это уже наши агенты. Ну-ну. Быстро же ты тут освоилась. Геральт, не цепляйся к словам. Я знаю, кто такой Ингыр. Он развязал кровавую войну. Приказал убить моих подруг. Но у нас нет другого выбора, поэтому прошу тебя... Не будем взвешивать за и против, и просто найдем Цири, ладно? Ингыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашнее. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. Угу. С некоторых... Не знаю, чем закончится. Ты должен ее найти. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила... Мне известно... А зачем он дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В корчме на распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никаких тайных знаков. Из Новиграда у нас есть... Некая Трисмир... Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиге. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда.
Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Варатра. И, Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне, живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Жаль, но у меня нет времени. Посол Варатра? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. У одного слуги Императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война? Не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгаарда. Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Аэдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и рядание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид — враг. Но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей, и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Как сейчас в Велене? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велен — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в темерской армии. Филипп Стенгер. Более известный под своим Ном-де-Гер «Кровавый барон». Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда? Вольный город все еще вольный? Да. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть?
Как люди справляются со страхом? Они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции, как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно, но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран — немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Вперед, плотва!
зажали их между огнем. Отвали! Не видишь, жрец молится. Не прогоняй его, роды. Ну, все. К источнику милости вечного огня. В чем дело? Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело? Это доброе дело будет щедро возна... Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем... Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Но! Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Если набегут, я ими займусь. А сейчас давай-ка поговорим. Я предпочитаю знать, кого развязываю. Ян Вердун служил в 10-й Мариборской. Что-то ты отстал от своей армии. Моей армии больше нет. Нильфы ее разбили. Но я дал дёру в лес, не дожидаясь этого. Пристал к группе беженцев, преисполненных, сука, патриотизма. Едва они узнали, что я бросил Темерию в беде, связали меня как тюк и оставили на поживу утопцам. Я тебе помогать не стану. Что? Как это? Как-то мне трудно поверить, что люди из лагеря оставили тебя здесь только за то, что ты дезертир. Ну ладно, может было еще кое-что. Но это же не повод, чтобы бросать меня на верную смерть. Ну так уж и наверное. Может, ты еще раз вяжешься, только сильно не шуми, а то утопцев приманишь. Развяжи меня! Сейчас же новые набегут! Я тебе помогу. О, спасибо. Я уж думал, ты меня тут оставишь на верную смерть. Хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить, но у меня даже ломаной кроны нет. Что делать? Такие мои убытки. Спасибо, ведьмак. Пусть тебе повезет. Чужаки! Спасайся, кто может! Не отдам ее! Не отдам! Она как хрюкнет, все тут же услышат! Ее заберут, она спомнит. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Текай отсюда! Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил.
Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ставлю каждому. С чего это? С того это. Хочется. Я направляюсь в Новиград. Там одни шлю... А вы кто? Я тоже предпочитаю знать, с кем. Мы нажал. Зовут... До дна. Если ж... Скажу. Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Хожу в халупу, а там... Велени ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Я ищу одного человека. Зовется Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Корчмарь! Боки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжины людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милсдаль, пожалуйте за мной. Покажу вам лавку. Хожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. Спасибо, Милсдаль, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милсдаль, остановиться в моей корчме? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Гендрик.
Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, имперцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда, не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся, и тут же пропадает. Спасибо, корчмарь. Тебя мертвяками воняет! Проваливай! Вот и проверим. Я знаю, Ген, что у тебя есть молоденькая дочь. А все? Ну так ищи. Все. Пойдем, дедушка, я же ее спрятал. Господин, слышишь, Ген? Вот посмотрим. Спасибо вам, господин. Да вы сгодитесь, ежели с голоду передохнете. Давай, плотва! Живьем их. Мы люди простые. Ссоры нет. Ну сейчас. На. Если в жаркий день спуститься в глубокий... О, это дымка. Спокойно, все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Генрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Ах!
Не знаю, что там делалось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Отлично. Недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай, надеюсь, ты обретешь покой. Не бейте, сударь! Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа.